У Дарьи Кормилицыной в разгаре обычный рабочий день. Урок обществознания, раздел права. Никто и не подумает, что эта юная учительница за свои профессиональные разработки стала обладателем диплома второй степени конкурса «Педагогический дебют 2016». Дебютантку ждали еще три испытания – представление инновационного проекта, учебное занятие и публичное выступление. Мой инновационно-образовательный проект, учебное занятие было по предмету «История» по теме «Внутренняя политика Александра I после Отечественной войны» и публичное выступление «Селфи. Влияние на современную молодежь». Члены жюри очень высоко оценили работу молодого педагога из Рубцовска и присудили Дарье Кормилицыной второе место. Добраться до лидирующей строки рубцовчанки помешало волнение. Не все сразу, есть куда стремиться. А все свои профессиональные разработки Дарья переменяет на практике. Урок проходит очень интересно, то есть она выдает нам теорию, и все это иллюстрируется на слайдах. Ну, хороший конспект, то есть хорошая подготовка. Мы очень хорошо заучиваем всякие разные термины. И в будущем, даже при сдаче экзаменов по истории, я, может быть, сдам на отлично. Как сдадут экзамены старшеклассники, станет известно совсем скоро. А пока Дарья Кормилицына просто продолжает работать так, как считает нужным, уходя от банальности, привнося в традиционные методы преподавания новые штрихи и идеи. Стоит отметить, что Дарья решила не останавливаться на достигнутом. Недавно она отправила заявку для участия в заочном этапе всероссийского конкурса «Педагогический дебют 2016». Если жюри пропустит рубцовчанку дальше, то она поедет бороться за звание лучшего дебютанта года в Москву. Екатерина Камышева, Геннадий Лабзин. Наши новости.